Третий раз и с новыми силами. Весной в Архангельской области стартует благотворительное движение «Добру да». Организаторы сообщают, что в рамках эстафеты добрых дел мероприятия по сбору пожертвований пройдут не только в Архангельске, но и в других муниципалитетах области. Откроет массовое движение марафон «Добрый Архангельск» 4 марта. В нем смогут принять участие все желающие. Как подчеркивают организаторы, движение «Добру да» должно стать брендом, а каждый пожертвованный рубль обретет своего адресата. Собирать будут не только деньги. В рамках акции «Купил-отдал» все желающие в определенных магазинах смогут приобрести, например, игрушки для детей и школ-интернатов. В рамках мероприятия «Вторая жизнь вещам» соберут одежду и электронную технику. А Архангельские школьники попробуют побить рекорд по сбору макулатуры. В прошлом году им удалось сдать 60 тонн. Коммерческие и государственные организации могут разместить у себя в офисах специальные банки для сбора средств. Всего же за два года существования движения «Добру да» удалось собрать порядка 1,5 миллиона рублей. Свое участие в нынешней акции уже подтвердила одна из северодвинских общественных организаций.